этих горах на почти 5-километровой высоте живут уникальные животные – обезьяны-гелады. Эти обезьяны обитают только на Эфиопском Нагорье. Скалы, на которых они спят, доступны только профессиональным альпинистам. У гелад есть для этого все необходимое. Самые сильные пальцы среди приматов и настоящие бесстрашие. Но чтобы жить здесь, недостаточно просто не бояться высоты. Один день из жизни гелад – это наглядное пособие по выживанию в очень трудных условиях. Утро для всех обезьян – это время ухода за шерстью и возможность пообщаться с друзьями. Но в отличие от других обезьян, гелады сопровождают этот ритуал непрерывным щебетанием. Это отличный способ обменяться новостями, пока руки заняты делом. Но время утреннего общения ограничено. У гелад напряженный дневной график и много работы. Для большинства обезьян жизнь здесь невозможна. Нет фруктов и очень мало съедобных насекомых. Но гелады уникальны. Это единственные обезьяны в мире, которые питаются практически одной травой. Они образуют самые большие сообщества в обезьяньем мире. Численность стада может доходить до 800 особей, которые, как антилопы гну, дружно щиплют травку на высокогорных лугах. Гелады пасутся рядом с горными козлами, которые тоже обитают только в этих горах. Обычно эти редкие животные очень пугливы, но в окружении гелад они чувствуют себя непринужденно. Редко увидишь, когда два вида травоядных уживаются на одной территории. Но это особый союз, который выгоден обеим сторонам. Пока одни стоят на страже, другие могут спокойно кормиться. Эфиопские шакалы. Они не станут нападать среди бела дня. Но с наступлением сумерек жизнь на плато становится намного опаснее. После вечерней кормежки остается немного времени на общение. Скоро им придется вернуться на скалы. Система раннего обнаружения приводит всех в состояние боевой готовности. Их день заканчивается так же, как и начался, на крутых скалах, недоступных для шакалов.